Горчичный соус, приготовленный по этому рецепту, обладает приятной кислинкой и текстурой, а также насыщенной остротой. Ниже – простое описание того, как приготовить горчицу с зернами. По желанию в горчицу можно добавить любые специи, такие как гвоздика или мускат, а если вам кажется, что горчица слишком густая, то разбавьте ее водой или уксусом. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Горчичный порошок разведите в горячей воде, воду вливайте тонкой струйкой, хорошо перемешайте до образования густой пластичной массы. 2. Затем ложкой утрамбуйте массу и аккуратно по стенке влейте кипяток в 1 см над поверхностью горчичной массы, когда масса остынет, перемешайте. 3. Добавьте в горчицу семена, масло, специи и уксус, перемешайте и переложите в банку, желательно в стеклянную, закройте крышкой и оставьте часов на 8 при комнатной температуре, зреть. Подписавшимся, больше вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Горчичный порошок, 50 грамм. Горчичное семя, 50 грамм. Растительное масло, 3 столовые ложки. Уксус фруктовый или винный, 4 столовые ложки. Сахар, 2 столовые ложки. Соль, по вкусу. Перец молотый, по вкусу. Количество порций, 10. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Буду скучать без вас.